Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Еще один масштабный дорожный ремонт сегодня стартовал в Краснодаре. Взялись за многострадальную улицу Российскую. Приведут в порядок проезжую часть, тротуары, в том числе подходы к мусорным площадкам. А там, где необходимо, заменят бордюры, остановочные павильоны, обновят дорожные знаки. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы уже начались на участке от улицы Солнечной до Пригородной. Дорожные полосы вместо отбойника будет разделять, кстати, клумба. А жители уже успели оценить перемены. Это же хорошо, красиво, замечательно. Будет меньше ДТП, наверное, если они будут разделены, эти трассы все. Но это же хорошо. Необходимо, потому что здесь часто через вот эти две сплошные разворачивались, люди вот сюда на магазин поворачивали, и аварии из-за этого часто были. Поэтому я считаю, что необходимо. Российская здесь хуже, по-моему, других улиц нет, на самом деле. Она большая, она основная. Ездить невозможно практически. Давно пора. Молодцы. В границах улиц Пригородной и Ягодина планируют построить канализационно-насосную станцию, чтобы решить и проблему подтоплений на этом участке. Российская – одна из магистральных улиц, ведь когда-то район считался окраиной города. Ну а сегодня по этой дороге добираются на работу жители многочисленных новостроек.